Когда нам написали, я как всегда случайно оказалась рядом. Кошка родила котят прямо на улице, возле улицы Молодежной. Малыш, привет! Привет, мой хороший! Привет, мой сладкий, у меня ни переноски, ничего нету. Ты пойдешь со мной, умничка моя? А где детки твои? Вот они, твои детки, господи. Ой, хороший. Кошка, как мне тебя забрать, а? И куда мне тебя забрать, вопрос? Детки совсем малюсенькие, ты такая классная. Ты моя хорошая. Пойдешь со мной в машину, а? Детки мокнут. Давай пробовать. Что, котята у меня в машине? Кошка мечется где-то. Иди сюда, малыш. Кошка очень боится. У меня ни переноски, ничего с собой нет. Кошка мечется по машине. На кошку надела шлейку. Котята здесь. Ты пойдешь к котятам, а? Она очень боится, конечно. Не бойся, все. Нет, не бойся. Не бойся, малыш, не бойся. Все будет хорошо, все. Так, мне вынесли переноску. Котята здесь. Сейчас пристрою кошку пока временно. Богдан, вот помощник, молодец. Все, временно разместили кошку в клетке. Сейчас еды дадим, все. Ложись, да, моя сладкая, моя мамочка. Хорошая мамочка. Богдан, давай, еду. Сейчас подстилку я теплую помышляю. Иди к детям. Все, кошка в тепле и в безопасности с котятами. Пока так. Подсосаны и этот мертвый. Так, мать вашу, стерилизовать мы не умеем, и выкидывать легко мы умеем. Слушай, вот это мама как забеспокоилась, да. Сейчас, малышка, да, сейчас, сейчас. Здесь ты... нормально. Давай, вытирайся, мой бедная. Смотри, как она к ним. А ты говоришь, не примет. Сейчас, малыш, давай по одному. Сейчас, малыш, подожди. Подожди, все, она вылетела к ним сама. Да, бедные дети. Давай туда. Она и тут готова лечь с ними. Вот ты говоришь, не примет. Конечно, ей жалко. Иди, малышка, иди туда. Богдаш, не, надо протирать прям лей. Так. Приняла, получается. Она приняла, да. Один слабенький. Все сосуды. Да, один слабенький. Вот, но он, по-моему, схватил. Все единственные. Мама. Так, Лиль, вот я захожу. Абсолютная тишина. Смотри. Все. Все тихо. Никто не орет. Все живы. Вот. Вот я зашла. Сейчас начну подкорм.
Так. Мама умница. Сейчас буду кормить. Ее и котят подкармливать. Полный порядок. Никто не орет от голода. Все живы. Все нормально, все хорошо. Во всяком случае, на данный момент я считаю, что все хорошо. Там, конечно, если кошка будет найдена, Ласке будет разгруз. Но, в принципе, я уверена, что она пока справляется. Вот я ей курицу принесла сейчас. Там сливки, сегодня печенку буду давать с яйцами. Сейчас все сварю, Богдан в обед принесет ей. Так что... Так вот, все активненькие. Вроде нормально. Получается, приняла. Сейчас посмотрим. Тут леглась, кормит.